Лето, пляжи, море. Во Владивостоке скоро начнется купальный сезон, и веревочники тут как тут. Каждый год они незаконно натягивают свои канаты в местах массового отдыха и берут деньги с жителей и гостей города за проход к морю. По информации специалистов мэрии, в прошлом году отдыхающие платили за проход на пляжи пригорода и острова Русский. Теперь сообщить о незаконном сборе денег за проход к морю отдыхающие смогут на горячую линию, которая будет работать на базе единой дежурно-диспетчерской службы по телефону 2-222-333. На вызов приедут сотрудники полиции и городской администрации. Если веревочников поймают с поличным, пресекут их предпринимательскую деятельность. За проход к морю с людей брать деньги не должны. Наша задача – исключить подобные случаи и держать этот вопрос на контроле в течение всего летнего периода, обозначил Константин Шестаков. Но все же чаще отдыхающие сталкиваются с веревочниками, которые берут деньги с автомобилистов. В этом случае полиция рекомендует обратить внимание на парковку. Если она оборудована, арендатор данной территории может взимать плату за въезд. Если же на пляже нет автопарковки, то платить не за что. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.